Перерасчет пенсий ожидается в Беларуси в ближайшее время. Средний размер составит 670 рублей. Все зависит от продолжительности стажа. На 5% повышаются все виды выплат – по возрасту, за выслугу лет, по инвалидности, по случаю потери кормильца. Сахарную свеклу убрали с 97% площадей. Работу планируют завершить в течение 3 дней. Средняя урожайность 450 центнеров с гектара. Прогноз специалистов остается прежним. Валовой сбор овощей должен составить 4 миллиона 400 тонн. Доход Белорусской национальной биотехнологической корпорации с начала года превысил 100 миллионов долларов. В планах увеличить выручку на одного сотрудника почти в 7 раз. На предприятии сейчас работают порядка 1700 человек. Производят комбикорма и другую продукцию для животноводства. В Беларуси утверждены новые образцы аттестатов, свидетельств, а также других документов о получении образования. По сравнению с прошлым годом количество образцов увеличилось на 11 штук. Это число объясняется вариативностью дипломов магистра. При этом учебные заведения в некоторых случаях смогут и в дальнейшем использовать старые бланки. Белорусы стали получать фейковую рассылку в мессенджеры якобы от представителей Белпочты. В сообщении приглашают поучаствовать в розыгрыше к 60-летию организации. К нему прикрепляют фишинговую ссылку. Подобный спам от имени известных компаний обычно совершают мошенники.